Сегодня самый знаменательный, самый важный, самый долгожданный, самый сентиментальный, самый памятный день в жизни выпускников. Сегодня вечер праздничный, особый. Об этом догадается любой. Для всех пусть станет он торжественным и добрым. Последний школьный день. Бал выпускной! В этот июньский вечер вступают во взрослую жизнь 47 юношей и 35 девушек учреждений образования Зельвинского района. В год мира и созидания желание быть счастливыми, жить в мире объединяет всех нас. Пусть вечные ценности, к которым стремится каждый человек, вне зависимости от возраста и политических взглядов, сплоченность и согласие, толерантность и взаимопонимание, уважение друг к другу и доброта станут вашими жизненными ориентирами. Приветствуем всех, кто сегодня еще выпускники, а завтра взрослые, самостоятельные граждане Республики Беларусь. Встречаем выпускников 2023 года. Еще минута и появятся слегка взволнованы и смущены герои дня, герои праздника, дорогие наши выпускники. Церемонии чествования выпускников 2023 года принимают участие председатель Зельвинского районного исполнительного комитета Денис Александрович Альшевский. Председатель Зельвинского районного совета депутатов Вадим Александрович Панасик. Заместитель председателя Зельвинского районного исполнительного комитета Сергей Николаевич Лойко. Начальник отдела образования Зельвинского районного исполнительного комитета Светлана Анатольевна Жибрак. Falling for you.
Аплодисменты выпускникам учреждения образования Государственная средняя школа номер 3 городского поселка Зельва. Районный бал выпускников «Прощальный вальс 2023» объявляется открытым. Право поднять флаг Республики Беларусь предоставляется выпускникам учреждения образования Государственная гимназия номер 1 городского поселка Зельва, активистам молодежного движения, золотому медалисту учреждения образования Государственная средняя школа номер 3 городского поселка Зельва Тыгулевич Валерий и участнику белорусско-российского патриотического культурно-образовательного проекта «Бою памяти». Дорогие выпускники, сегодня у вас торжественное событие. Впереди время осознанных, самостоятельных решений. Предстоит понять свое предназначение, найти применение талантам и способностям, настроиться на сложный, но интересный период обучения профессии, от успешности которого будет зависеть и личное благополучие, и будущее родной Беларуси. Смело вступайте на жизненный путь, верьте в себя, реализуйте свои таланты и способности. Наступает ваш черед вершить историю, продолжать славные традиции и дела старших поколений. Слово для поздравления предоставляется председателю Зельвинского районного исполнительного комитета Денису Александровичу Альшевскому. Дорогие выпускники, уважаемые педагоги, родители, в судьбе каждого человека есть значимые события, которые определяют его будущее. Для каждого из вас сегодня настал один из самых волнующих моментов. Вы завершили учебу в школе и выходите во взрослую самостоятельную жизнь. Сегодня 82 выпускника получат аттестаты об общем среднем образовании. 13 из вас получат золотые медали. Все вы активные, творческие и спортивные ребята. Среди вас победители, призеры олимпиад, конференции Кухта Екатерина, Тыгулевич Валерия, Войтко Тимофей, спортивных соревнований Кащис Милана, Тутковская Инна, Амирова Гульнара, творческих конкурсов Разумовская Ксения, Тишко Анастасия, Попко Дарья, Чечет Ангелина, лидеры районного молодежного парламента Самедова Ксения, Шпетный Илья, инициаторы социально значимых акций и проектов Хмылко Илья, Воробей Тимофей и многие-многие другие. 6 выпускников получили наивысшие баллы по централизованному экзамену по белорусскому языку и химии. Особо хочу отметить и поблагодарить за ответственное отношение к учебе выпускника гимназии номер 1 Войтко Тимофея, который получил 100-бальные результаты по белорусскому языку и математике. Это пример для всех. Мы гордимся вами. Ваши успехи – это результат огромного труда педагогов, которые вели вас сквозь школьные годы, вкладывали в каждого свои знания. Не забывайте об этом. А талантливые, преданные своей профессии педагоги у нас в районе есть. Это Соколовская Елена Владимировна, Скуба Антонина Александровна, Шейка Валентина Ивановна, учащиеся которых показали высокие результаты на централизованном экзамене по белорусскому языку. Бурак Виктор Иванович, подготовивший призера республиканской спартакиады. Мазец Марина Валентиновна, подготовившая призеров олимпиадного движения. Бобровский Сергей Николаевич, выпускники которого стали лучшими в исследовательской деятельности среди учащихся области и многие-многие другие. Успешно сданы централизованные экзамены, впереди тестирование. Искренне желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, воплощения всех ваших замыслов. Добрый путь, выпускники 2023.